Все по-взрослому, у тебя бумаги даже, конечно. Отлично. Как раз. Отлично. Я не унываю. Не-не-не. Иногда там они вот вешки закрывают, чтобы плохо видать, куда ехать. А так, все нормально. Этот попилац, он родной мой, я его люблю, уважаю, ценю, ему уже 12 лет он несет службу, у меня веры и правды. Если бы его пустили в Чехию, я бы на нем съездил, показал бы им там маленько, как ездить надо тоже. Не, не пустят, по техническим причинам. Он, Володя, говорит, не пустит, он ездил. Да, там говорят, на Литоволове не дают кататься. Родной ты мой! Любил ли кто тебя, как я, один по утренним зарям, когда еще все в мире, и алый блеск едва скользит, я убегал к родной реке, иду на помощь к рыбакам, катаюсь с ними в черноте. Ну, то, что он старенький, ну, что старенький, ничего. И я старенький. Машина соответствует возрасту. Какой хозяин, такая ему жена. Участвую, выигрываю, мероприятия провожу. Если была хорошая техника, так сказать, ум мой, руки мои, все остальное, я думаю, что я не подвел бы. Так что, поехал.